2110. Ну что ж, 114 у соперника, у меня 110. Давайте Е4 сыграем. Конь F3. И слон B5. Испанскую партию изобразить попробуем. Ну, пока ничего необычного не происходит, поэтому даже не знаю, что здесь комментировать. Ход А6, конечно, немного странноват, мне кажется. Так, а слон Б4 под С3 попадает. Тоже странно немножко. Так, а вот... H3 я тоже странноватый ход сделаю. Такой же, точно такой же. Но для того, чтобы на E3 слона поставить, чтобы конь G4 не было. Но он с другой стороны решил зайти. Давайте на ладью нападем в промежуточке. Так, и выведем коняшку, второго коняшку. Ну, мне нравится, честно говоря, мне нравится. Испанскую партию я редко играю, поэтому в тонкостях не разбираюсь. Редко и только в блице. Вот, но тем не менее, вот то, как расположены сейчас мои фигурки, мне очень даже нравится. Слон смотрит на f7. Второй слон здесь тоже много чего контролирует. Разменять его можно ходом b6, но тогда я бью и у белых, у черных точнее, образуется сдвоенные пешки. Правда, сейчас уже сдвоенных у них не будет, но тогда и разменять я слона не дам, наверное. Или все-таки дать. Вот если дать разменять, то мне уже перестает нравиться эта позиция. Поэтому, наверное, ну вот разве что здесь, но тогда d4, и я без слона, да? Хорошо, не буду разменивать. Так, слон a4 хочу сыграть. Может быть, ладья d1, ладья e1 тоже может быть. Так, ну здесь... Слон Е1, ладья Е1 однозначно, вторую ладью куда ставить? Может быть на Б1 вообще? Хотя там как пробраться-то сквозь слонов черных, да и куда? Никакой цели нет на вертикали Б, а вторгнуться по ней не суждено никому. Все равно мне кажется, что у меня хорошо. Может быть, только кажется, да. Соперник наверняка считает варианты типа взятие на e4 и затем конь e4 и... Ладно, уже не важно. Давайте свяжем коня. Кстати, на d5 я же сам могу пробить, да? Кто мне запрещает пробить на d5? Правда, это надо было делать на прошлом ходу. Хорошо, вот я ставлю на вертикаль d ладью.
Если он бьет, я бью конем. Потом бью ладьей. Потом конь d4 не должно проходить, потому что конь связан. Вот он коня, кстати, развязывает. Может быть, именно для этих целей. Так, ну что, ну что? Давайте своего коня вообще куда-нибудь поведем. На g5. Нет, там его съедят как-нибудь там со временем. Ладно, все, сам пробил на d5. И коня через f1 я веду либо на e3, либо не на e3. Так, напал. Возможно, стоило пробить. Он почему-то не пробил. По e3 слоном. Так, а здесь я с шахом еще успеваю коня съесть. И у меня лишняя ладья. Лишняя ладья и победа. Ну вот такая испанская партия. Все-таки нравится она мне. Надо бы ее начать играть.